Добрый день, меня зовут Александра, и сегодня мы с вами поговорим об азиатских комиксах. Само по себе понятие комикс пришло в России из западной культуры. Однако все большую популярность набирают азиатские комиксы, такие как манга, маньхва и маньхуа. Если понятие манга знакомо российскому читателю как феномен японской культуры, то такие понятия, как манхва и маньхуа, все еще остаются загадкой. Сегодня мы это исправим. Манга, маньхва и маньхуа – самые популярные представители азиатской школы комиксов. Для неподготовленного читателя они будут казаться идентичными, однако это далеко не так. Манга является азиатским комиксом, принадлежащим к японской школе, самой древней и самой популярной. Манга в той форме, в которой существует сейчас, появилась после Второй мировой войны. Существует две теории ее появления. Первая связана с поражением Японии в этой войне. Вторая связана с влиянием западной культуры, а точнее с созданием таких комикс-индустрий, как DC Marvel, а также индустрии Уолта Диснея. Однако манга имеет глубокие корни. Первое ее появление было еще в 12 веке, когда буддийский монах Тоба Сёдзе нарисовал 4 юмористические истории, рассказывающие о животных, которые являются членами высшего общества, порочного высшего общества. Тогда же впервые появляются философские темы. Сам термин манга появился значительно позже, в период Эда. Его ввел художник Кацухика Хокусай. Именно тогда под этим названием вышло 16-томное произведение этого автора. В целом, для японской культуры период Эдда является значительным. Тогда зарождается большое количество течений в искусстве. Одно из значимых было укиё-э, которое представляло собой изображение рисунков изменчивого мира. Оно так и переводится – картины изменчивого мира. Именно они легли в основу пейзажа и изображение действа в манге. В начале 20 века появляется комикс, но еще не манга, созданный под влиянием Запада, под названием Норакура. Это был 1931 год. Этот комикс рассказывает о собаке, которая поступила в японскую армию, дабы защитить императора и отдать долг родине. Впервые поднимается тема смерти, впервые поднимается тема войны. Уже спустя десятилетия, в 1941 году, данная манга была сочтена насмешкой над японской армией и была запрещена. В 1943 году публикуется новый фантастический комикс, который повествует об огромном боевом роботе. Именно этот комикс положил начало новому жанру меха, который впоследствии дал начало не только многим японским мангам, но еще и аниме. С окончанием войны манга в Японии начинает приобретать вид такой же, который она имеет сейчас. То есть начинают формироваться жанры, начинают формироваться различные сообщества. Одно из самых известных было сформировано в 1969 году. Это было сообщество 24. Туда входили женщины-мангаки. Мангаки, собственно, именно так называются авторы японских комиксов. А свое название 24 лет оно получило из-за того, что большинство участников было 24 года. Сегодня в Японии манги читают люди абсолютно разных возрастов. Манга уважается не только как форма изобразительного искусства, но и литературы. Она проходится и изучается на том же уровне, как и классическая японская литература. Сейчас в Японии существует университет манги и целый музей манги. Также Япония является единственным государством, где обучают на мангак и критиков манги. Вообще манга-индустрия в Японии является самой популярной. Ежегодно 1000 людей посещают Японию именно с целью побывать в местах, которые были нарисованы в манге, или посетить специальные кафе и музеи, которые посвящены определенным мангам и аниме. Япония по графическому и литературному стилю заметно отличается от западных комиксов. Сценарий расположения кадров, форма рисунка и форма издания. Манга остается примером для азиатских комиксов и по сей день. Следующим представителем азиатской школы являются маньхуа. Маньхуа – это все комиксы, издаваемые в Китае, как корейская манхва, так и японская манга, переведенные на китайский язык. Однако для всего мира маньхуа известна исключительно как комиксы, созданные именно китайцами. Если китайцы хотят подчеркнуть, что они говорят именно о манге, а не о маньхве, они чаще всего скажут, что это маньхва, нарисованная в японском стиле. В Китае существует один из самых влиятельных трудов, изданный в 2015 году под авторством журналиста Гань Фэна.
Этот труд называется «История китайских комиксов». На данный момент он не переведен на русский язык, однако в сети можно найти определенные фрагменты. Сама работа посвящена истории от древних времен до современности. Автор выделяет особо важные периоды, о которых мы с вами сейчас поговорим. Первый период — это 1920-е годы, когда начинает появляться маньхуа в том виде, к которому она в итоге пришла и выглядит сейчас. Но основные темы тогда были пропаганда и история, как это ни казалось бы странно. История Китая, мифические сказки и выражения. Но уже в послевоенное время основной темой всех маньхуа является агитация. Но так продолжалось недолго, до 1966 года, пока не наступила так называемая культурная революция. Это для века маньхуа считается упадническим периодом. Почему? Потому что именно в этот период агитация обращается к изображениям реализма, и все нарисованные истории уходят на задний план. Но уже спустя десятилетия, в 1978 году, начинается политика реформации и открытости. С 1979 года в Китай начинают поступать комиксы из других государств Азии, в частности из Японии. В этом же году выходит комикс «Клён», адаптивный роман, который описывает трагическую судьбу студенческой пары в боевых действиях культурной революции. В этом же году на 5-й национальной выставке красоты она получает золотую медаль. В этот период начинают выходить огромное количество японской анимации. Также начинает создаваться китайская анимация, которая, к слову, была в определенный период на голову выше японской и намного популярнее. То есть если читалась японская манга, то преимущественно смотрелись китайские аниме. Вплоть до 95-го года печаталось огромное количество комиксов. С 1995 года правительство Китая начало вести активную борьбу с подпольными изданиями. Этот период можно считать благоприятным, ведь начиная с 2000 года выходит огромное количество комиксов именно под китайским издательством. Но период с 2000 по 2009 также являлся и упадническим. Его можно сравнить с периодом в России. Несмотря на огромный интерес и большое количество издательств, почему-то люди, возможно, не привыкшие к подобной структуре, к подобному внешнему виду литературы, стали проявлять опасения к чтению маньхуа. Поэтому особый интерес начал проявляться лишь в последние десятилетия, начиная с создания различных веб-изданий. Но в этом китайской манхве помогла Корея, а именно корейские манхвы. О них мы поговорим дальше. Манхва — это корейские комиксы. Термин означает и анимацию за пределами Кореи, но для русскоязычного читателя данный термин подходит для определения именно корейских комиксов. По-настоящему популярные манхвы становятся после экранизации их сюжетных линий в телесериалах или анимации. Под манхвой обычно подразумеваются комиксы именно Южной Кореи, однако существуют и севернокорейские комиксы. К сожалению, за счет того, что данное государство по своей форме правления является закрытым и тоталитарным, большое количество комиксов, которые издаются на их территории, просто не доходят до читателей всего мира, в том числе и русскоязычных. Можно найти отдельные фрагменты, но это очень трудно, и большинство из них не переводятся. Точка отсчета для манхв стал 1910 год, когда впервые в газетах начали появляться различные карикатуры на тему власти и сатиры над властью. Однако с началом японской оккупации в 1920 году все они были цензурированы, запрещены, а большинство даже уничтожены. Все меняется после окончания войны в 1945 году, а также началом Корейской войны 1950 года. Тогда манхва становится средством агитации и пропаганды. Но несмотря на бум популярности комиксов, в 1960 году начинается активное цензурирование. Начинают формироваться движения «Народное искусство», одновременно представляющее движение за демократическое общество и художественное направление. Тогда художники стараются вдохнуть вторую жизнь манхву и
начинают появляться манхвы не только на политические, но и социальные темы. Настоящий пик интереса к манхве приходится сейчас, с момента создания так называемых вебтунов и появления веб-манги. Все это происходит с 2000-2003 года. И сейчас все комиксы, в том числе и китайские маньхуа, и корейские манхвы, и японские манги, публикуются в основном в интернет-формате и стараются подражать именно корейской стилистике, корейским веб-мангам. В чем же различие между тремя представителями этих азиатских школ? В первую очередь, происхождение. Если японская манга начинала развиваться с древних времен, стала такой, как она есть, в большей степени под влиянием Запада, то китайские маньхуа и корейские манхвы стали такими под влиянием Японии. Также немалую роль играет именно их история. Если Япония — это всем известные самураи, то Китай — это их древняя история, и Корея, которая, собственно, сделала новый шаг в развитии данного искусства, и то, что по большей части издается сейчас, это именно влияние Кореи. Второе — это чтение. Если классическая японская манга читается слева направо, то есть она выглядит не как классическая книга, то второе — это чтение. Классическая японская манга читается не так, как обычная книга, не слева направо, а справа налево. Сложности изменения печати, данная специфика сохраняется и в России. Но меняется порядок чтения. Если в Японии за счет использования иероглифов чтение идет сверху вниз, то в России за счет печати данное чтение не сохраняется, и мы читаем так, как нам привычно, горизонтально. Корейские и китайские комиксы читают так же, как и нам привычные книги, то есть слева направо. Однако в Китае, опять же, из-за специфики иероглифов, зачастую чтение не горизонтальное, а именно вертикальное. Основным отличием также является публикация. Если в Японии главы манги публикуют в еженедельных и двухнедельных журналах, а впоследствии они могут получить распространение и отдельные выпуски, то сейчас в Корее и в Китае все выходит в онлайн-формате, либо целиком, либо также по главам. Одним из важных отличий является непосредственная рисовка. Неподготовленный читатель не будет видеть между ними разницы, однако если вы обратите внимание на слайд, вверху изображен представитель именно маньхуа, в середине манги, а ниже манхвы, то можно заметить специфику в деталях. Как правило, китайские манхвы детализированы в плане персонажей, но у них довольно-таки размытый фон, и этот фон, как правило, является фантастичным. Япония в плане описания местности более реалистична, но при этом она не настолько реалистична в самих героях. Герои аниме, герои манги — это, как правило, чиби-персонажи, либо персонажи с огромными глазами, маленькими лицами и непропорциональным телом. В плане рисовки самое реалистичное за последнее время — это рисовка манхв. Однако мы не берем в расчет манхвы с такой спецификой, как фантастика или параллельные миры. В них, понятное дело, будет нарисовано все в преувеличенном формате, но при этом будет стараться сохраняться тот самый реализм. Еще одним отличием являются жанры. В настоящее время есть несколько разделений на жанры. Основное жанровое деление — это по целевой аудитории. Оно имеет 5 номинований. По сеттингу, традициям, жанрам и тегам это может быть более 50 наименований. Но что же такое теги? Стоит сказать, что некоторые явления настолько глубоко внедрились в произведения, что со временем они стали жанрообразующими, но не самими жанрами. Это некие теги, описывающие сеттинг или персонажей. Например, это может быть приключение в школе с вампирами или какая-нибудь экшн-драма с самураями. Китайские манхуа хоть и дублируют частично японские жанры, но являются довольно-таки самобытные. Их значительно меньше, но они более структурированы. Они делятся по читательской аудитории на мужскую, женскую, литературу для девочек, литературу для мальчиков и взрослые маньхуа.
Но это совсем не значит, что в женских не может быть изображений боев, а в мужских не могут представляться, например, романтические отношения. Данное разделение учитывает и гендер, и возраст. Также в Китае выделяется... Также в Китае можно разделить жанры по возрастным ограничениям и количеству изображений. Это может быть одиночные маньхуа, короткие маньхуа и длинные маньхуа. Ну и, конечно же, корейские. Корейская жанровая специфика, наверное, сейчас является самой совершенной, поскольку они ограничены всего 6 наименованиями, также включающие гендер и возраст. Несмотря на то, что азиатские комиксы появились в России еще в Советском Союзе, именно сейчас они переживают пик своей популярности. На 2014 год существовало 11 изданий, которые вели работу с Японией, Кореей и Китаем в плане перевода их комиксов. Сейчас сохранилось несколько из этих изданий, но, как ни странно, несмотря на уменьшение количества издательств, увеличился их объем и качество. Большинство манг публикуются в соответствии с тем, как они публикуются в Японии. Различие лишь в том, что большинство изданий не сохраняют систему томов. Если Япония преимущественно печатает однотомники, то в России этим занимаются лишь несколько издательств, например, History Comics. Они стараются печатать материалы, идентичные японским, при этом сохраняя и обложку, и добавляя оригинальность. Также иногда делаются цветные ставки, которых нет в оригинальных японских изданиях. Крупные издательства, такие как Эксмо и Азбука Атикус, предпочитают печатать мангу немножко иным способом. Они могут сохранить оригинальную обложку, однако, как правило, она будет вставлена либо в книгу, либо в книге будет несколько обложек, потому что выпускается не по томам, а именно по книгам. В одной книге может быть от 1 до 3-4 томов. Интересно, что в России огромное количество самиздата. Очень многие печатают комиксы, которые уже выпускают большие издательства, но в том же виде, как их делают в Японии. Но большинство переводов в нашей стране осуществляют любители и представители самиздата, и все они находятся в интернете. То есть большинство манг, которые читают, которые публикуют в интернете, а также выпускают люди, не имеющие отношения к крупным изданиям, являются любительскими. Современная комикс-индустрия — это олицетворение Азии, той, какая она сейчас. Если в корейские комиксы мы получили и знаем из-за распространения корейской поп-культуры, то комиксы Японии — это уже неотъемлемая черта этого государства. Из-за большой популярности комиксов многие государства, в том числе и Россия, стали создавать свои аналоги. Например, известно, что та же японская манга может издаваться в России русскими художниками, но называться она будет уже не мангой, а ру-мангой. То же самое в Америке, Франции и других государствах Европы. То есть это уже не европейский комикс, не русский комикс, а тот же азиатский комикс, но выпущенный под другим изданием. Ежегодно в Японии печатается огромное количество новых манг и дополнений к уже существующим. Стоит сказать, что индустрия манги развилась настолько, что существуют добавочные явления не только в виде аниме, но в виде новелл, фанфиков и различных ранобэ. Стоит сказать, что же такое ранобэ. Ранобэ — это печатный текст, это прозаическое произведение, которое либо является дополнением к уже существующей манге, либо является ее ответвлением, либо содержит в себе изображения героев, которые очень похожи на героев манг. Основной аудиторией манг сейчас являются дети всех возрастов. К сожалению, в России, несмотря на то, что возрастной ценз присутствует, мангу рассматривают сугубо как детскую литературу, как мультики, но для Японии это далеко не так. У них четкая иерархия, которая позволяет детям читать свою специализированную литературу, а взрослые не беспокоятся, что взрослую литературу, которая предназначена для них, будут читать дети. Азиатские комиксы являются неотъемлемой частью азиатской культуры. И в связи с тем, что в последние годы мы все больше и больше становимся подвержены этой культуре, интересуемся ей, нам нужно знать о ней больше, чтобы не путаться
и интересоваться этим, чтобы больше понимать культуру. Я думаю, то, что было сказано сегодня, было интересно и полезно.